Почти год спустя мы вытащили оконный блок, балконный блок. В квартире-студии стало так свободненько, но это еще только начало. Окна мы убирать не будем, здесь будет другое остекление, потому что целиком оставлять пространство мне не нравится. Посмотрели мы варианты квартиры, где эта перегородка полностью снесена. Честно, на функционал квартиры это не влияет. То есть она, от этого она больше не становится. Поэтому логичнее всего сделать все-таки две закрытые зоны. Зона балкона и зона комнаты. И разделить это обязательно. Так что мы будем тут действовать дальше. Еще что хотел сказать, целиком балконный блок целиком вытащить очень сложно. И пришлось отсоединять именно дверь. Вот здесь есть такой импост. И чтобы его раскрутить, пришлось вытащить стекло. Делали это первый раз. Вытаскивали стеклопакет, открывали штапики. И там было 4 самореза, наверное, это называется, таких здоровенных. Вот. То есть так не без труда мы это все демонтировали на самом деле. Теперь вот дверной проем выглядит пока вот так. Купили сегодня лестницу на 5 ступеней, самую-самую дешевую в Петровиче, так как без лестницы сейчас никуда. Будем приступать скоро к утеплению и отделке балкона. Поэтому нужна обязательно стремяночка. Сегодня у нас уже июль месяц, начало, и после того, как мы разбили вот этот низ, сегодня приступаю к разбитию вот этого верха. Здесь не целиком он будет разбиваться, а дальше тут будет еще нечто интересное, здесь будем закладывать одним слоем блоков, десяточкой. Уменьшать немножко оконный проем, чтобы у нас там такая приват-зона осталась. Собирать. Это надолго. А мы набрали земляники и идем до магазина Верный. Здесь есть такой небольшой лазик, дверочка. Спускаемся. Чё, как тебе комарики? Жесть, да? В общем, мы бы еще пособирали бы на самом деле, если бы не комары. Комары — это прям какая-то это. Какое-то зверство там происходит в лесу. Даже с учетом того, что мы
одеты, не спасает. Прокусывают даже куртку. Руки все облепляют. В общем, неприятное ощущение. Здесь вот находится база строителей дороги. Как правильно тут назвать, не знаю. Городочек их. Из техники, вагончиков. Эти его полностью обнесли забором. А вот здесь пруд. Расскажи, ты здесь рыбачила? Да. Кого поймала? Плотвичку. Плотвичку. В общем, можно запасаться удочками и идти на прудик порыбачить. Тем более, что он от нас вообще вот, в шаговой доступности. Вообще, посмотрите, пруд довольно большой. Он такой, не маленький садовый прудик, а прям красивый, красивый пруд. Здесь можно порыбачить. Где вы рыбачили? Здесь? Ромашек много. Насчет купания я сомневаюсь, что можно купаться. Ну, здесь такое соседство, вот можете заценить. Я как-то рядом с кладбищем купаться бы не рискнула. Все-таки это все стоки вод, захоронения. И все такое. Хотя мы отдыхали на Хайнане, там захоронение прямо в песочке на береговой линии. И ничего, люди купаются. Так и у нас. Пока иду, поснимаю, что тут интересного. Вот такие сооружения. Я так думаю, что это, наверное, какой-то нежилой дом. Слишком он большой. Вот. Дальше такой же формата домик. Из красного кирпича. Все под одним забором. И дальше еще такой же домик. Видите, как здесь кто-то отстроился. А нам сейчас по прямой и налево до магазина. Здесь уже старые деревья, старая застройка. Частный сектор. Ну, как ни крути, все равно в частном секторе, если у тебя есть все удобства, жить, конечно, гораздо лучше. Посмотрите, там дома такие красивые, большие. Здесь как везде, вперемешку. Старые домики с новыми строениями. У кого какой бюджет. Здесь совсем старенький тоже домик. Здесь вот памятники. Начинаются от 6500. Собака. Ой, вонючая мусорка. И вот она, надпись «Токаревское кладбище», рядом, кстати, с которым и наша ЖК в том числе находится. А вот он, универсам. Все, мы пришли.
Сейчас затаримся провиантом и тем же путем пойдем домой.